классе есть друзья: Варя, Глеб, Вика, Ира, Алина Миронова, Полина Кравченко. И я им передаю очень большой привет и моей маме, и бабушке, и брату, и моей двоюродной сестре Вике. Я хочу передать привет своим родителям, всем родным, кто живет и в других городах. Хочу поздравить с Днем Святого Валентина всех жителей города Сарова и передать привет своим родным и близким. С Днем Святого Валентина! Поздравляю с Днем Святого Валентина, там здоровья, счастья, благополучия. Ну, побольше, конечно, здоровья и любви. Хочу передать привет всем своим родным, близким, брату, снохе, родственникам, которые живут далеко. И еще хочу передать привет своим подругам Лиде и Ире. И всем своим сотрудникам, где я раньше работала. Всем большой привет. Хочу передать своим одноклассникам и близким большой привет и пожелать всего хорошего. Чтобы зарплата нормальная у всех была, не болели, самое главное. Ну что еще? Так, хорошо, дороги чистят. Желаю всем быть здоровым, не болеть, с здоровым духом. Ну и любите побольше женщин, уважайте их, особенно старшего возраста. Меня зовут Полина. Я хочу передать привет всем приятелям, друзьям, воспитателям, родным и близким и поздравить всех с наступающим Днем Валентина. Я хотела бы передать привет своим родным, близким, коллегам, маме, своим сыночкам. Я их очень люблю. Всем хорошего настроения и всего самого замечательного. Раньше в городе мы все время получали, называли так, зонные, да, надбавку 20% заработной платы. Независимо, где мы работали. Мы в НИЭФе, в строительстве, в торговле, либо частный какой-то сектор. Все получили надбавку, назывались зонные. Сейчас привилегии имеются только у НИЭФовцев. А другие люди что? Мы дышим одним воздухом, питаемся одними продуктами. Почему такая обособленность? Почему наше руководство, наша администрация города об этом не подумает?